Всем привет! Заканчиваю обратную сборку уже после восстановления данных Western Digital My Passport семейства Firebird. Диски была неисправна. Первая головка. Чем интересен был случай? Донорские головы читали с низкой скоростью. То есть вот первый донор, с которого были головы установлены. По первой поверхности чтение 7-10 мегабайт в секунду. При штатной скорости в начале диска где-то должно быть вообще под 100 мегабайт в секунду.